Сегодня в администрации района состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Заседание прошло под председательством руководителя муниципалитета Заура Хамирзова, на котором рассмотрели основные мероприятия подготовки и проведения на территории нашего района православного церковного праздника и народной традиции крещенских купаний. В работе заседания приняли участие представители администрации района, МЧС, правоохранительных органов, образования, здравоохранения, священнослужители. Участники совещания подробно обсудили вынесенные на повестку дня вопросы. С подробным докладом о планируемых мероприятиях выступили главы Натырбовского, Майского, Вольнинского сельских поселений. Особое внимание собравшиеся уделили вопросам обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, организации дежурства сил правопорядка и экстренных служб.